Помощь объединяет людей, города и страны. Белорусам не безразлична чужая беда. Когда мы вместе, наша помощь становится по-настоящему мощной. 25 тонн гуманитарной помощи Беларусь отправит в Курскую область. В акции «Спина к спине» принимают участие все первичные структуры партии и общественные объединения, а также волонтеры из столичных вузов. Одеяло, бытовая техника, а также вот такой очаровательный мед сейчас упаковывается на акции «Белая Руси». Девушки, а подскажите, пожалуйста, а что сейчас вот вы делаете в коробочке? Почему вы их отдельно упаковываете? Мы сортируем рис к рису, гречку к гречке, подписываем, чтобы все доехало в целости и сохранности. Открытое сердце у нас этих девочек, кто собрались, откликнулись на помощь, прислали такую информацию, что нужно помощь отсортировать, помочь. Вот мы решили пойти волонтерами помогать. Беларусь продолжает сбор и отправку гуманитарной помощи в Курский регион. Сегодня отправляем вторую машину, порядка 10 тонн. В этой машине пойдут в первую очередь предметы первой необходимости. Это теплые вещи к осенне-зимнему сезону, бытовая техника, микроволновки, мультиварки и продукты питания. Это только начало, потому что еще большая часть груза находится в регионах и готовится к отправке в Минск, где будет сортироваться, палетоваться и на фурах уходить в Курский регион. Ну, собрали мы груз достаточно быстро, в течение 2 недель. Все партийцы Брестской области единодушно выразили желание принять участие в акции «Спина к спине». В основном груз, который мы сегодня отправляем, это бензоагрегаты, это стиральные машины, потому что очень много детей, семьи переселены в новые районы. И это, в связи с тем, что начинается холода, это обогреватель. Давайте объединим усилия и поможем тем, кто сейчас особенно в ней нуждается. Пусть наше единство и сострадание станет опорой для людей, переживших страшную трагедию. Оксана Канашец, Юрий Ткаченко, агентство «Минск Новости».